56-летний Филипп Киркоров пытается прийти в себя после неприятностей, которые обрушились на его голову после участия в вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Сегодня стало известно, что бывшего мужа Аллы Пугачевой вырезали даже из комедийного сериала «Сваты». Между тем, музыкальный критик Сергей Соседов не слишком высоко оценивает творчество исполнителя хита «Зайка моя». Последний вряд ли заслуживает звания поп-короля. Он сам себя так назвал. Он же постоянно во всем подражал Пугачевой. Она примадонной стала после песни «Примадонна на Евровидении». И как-то за ней это закрепилось. Они же тогда вместе были. Может, с Аллой Борисовной это придумали. Поскольку он муж и ее был, то стал королем. На тусовке сказал, журналисты подхватили, вспоминает Сергей Васильевич. Соседов говорит, что Киркоров всегда демонстрировал неуемную энергию и здоровье, активно работал. Несмотря на критику, Филипп Бедросович регулярно собирал полные залы. Но в какой-то момент публика от него просто устала. В этом смысле скандал с вечеринкой Ивлеевой – лишь повод для того, чтобы задвинуть Киркорова подальше, убежден телеведущий. Я думаю, все пройдет, конечно. Он будет на экранах и везде, это не отразится никак на его карьере. Просто это пауза какая-то, он уже поднадоел, потому что на всех каналах. Абсолютно везде. Так не должно быть, это ненормально, заключил Соседов.